несколько песен. Я знала, что на улице не май месяц, поэтому восточные ритмы, восточный темперамент, восточная музыка, они, конечно, должны сделать свое дело. Поэтому не стесняйтесь, ничего не бойтесь, я сама боюсь, потому что здесь действительно очень скользко. Вот. Но, тем не менее, я хочу, чтобы на этой сцене и вот на этой площади сейчас было настоящее восточное гуляние. Кто был в Ташкенте, кто был в Узбекистане, кто был в этой сказочной стране, знает, как у нас принимают, уважают и ценят гостей. Конечно, в первую очередь хочется создать вам настроение. А это, конечно, открытое сердце, тепло, танцы. Ну, и плов, конечно, не мешало бы. Но представим, что мысленно вы его уже поели. Или хотим на днях. Я только что его поел. Без лепешки это плов. Ладно, лепешку. На самом деле. Хорошо. Договорились. Плов с меня. А пока с меня песня, которая называется «Любовь Волка». И я бы хотела попросить свой балет, чтобы они все-таки перечеркнули этот страх. Когда-то я сделала это. Я вышла на эту сцену однажды, тоже зимой. Любила только страх.